рассказывать мой новый влог. Я сейчас направляюсь, уже направляюсь на работу. Где? У нас шпарит на улице дождик. Этот дождик уже ждали вчера. Нас обещали вчера шторм. Такую погоду, что будет сверкать, что говорит, прям шторм будет, ветер сильный, сверкать будет, и громыхать будет, и все на свете. Я просто обожаю такую погоду, но, к сожалению, просто идет дождик. С утра у нас было солнышко, я сегодня проснулась, позавтракала, так как у меня сегодня вторая смена. Я работаю с 12 часов обеда и до 20:30. До полдевятого вечера. Да, проснулась я, позавтракала. Завтрак у меня был простой. Я сделала себе кофе, хлеб, масло. Это мой любимый завтрак. Масло с хлебом. Я не очень люблю завтрак, да, всякими. Пожарить, да, сделать себе или омлет, или всякие там зелени и всякая паприка и всякое такое, как делают такой полноценный такой завтрак. Я такие не очень люблю. Наверное, слыхать, да, как, потому что дождик ушел, а дождик меня сзади поджимает. Не понимаю, почему ты меня поджимаешь, если я еду 70. Вот, в общем, я не люблю такие завтраки большие, прям такие, такие завтраки я не люблю. Я лучше позавтракаю так, мне этого хватает. И потом я попозже, сейчас я тоже еще пообедала, так как сейчас у меня не будет времени на работе паузу делать. У меня пауза где-то будет 4 часа, да, 15:00, где-то так будет пауза, но это уже не обед, это уже после обеда, я не знаю, будет ли у меня вообще время на то, чтобы покушать, потому что у нас пауза только 30 минут, и там хватает только немножко перекусить. Я беру всегда 2 банана, если есть мандарин, у нас такая есть на работе специальная, где переодевалочная корзина, и там лежат фрукты, яблоки, бананы, мандарины. Я вот беру, например, если мандаринов нет, я беру 2 банана, вода и все. Вот воды пить, вот это у меня проблема. Я не могу вообще много пить воды. Мне становится плохо, меня тошнит. Но вчера на работе я с 6 часов утра, я работала вчера в первую смену, с 6 часов утра и до 14:00 я выпила большую бутылку воды. Мне это понравилось. И моему, я думаю, организму тоже понравилось, да? Так уж нужно придерживаться к этому. Нужно больше пить воды, а не чай. Я бывала так, что даже по 3 дня я вообще не глотка. Может, один стакан воды выпью и все. Но это очень плохо. Да, от этого начинаются все головные боли, потому что кровь становится густая. Вот, и поэтому нужно обязательно пить много воды. Тем более, когда жарко. Что сегодня будет у меня на работе, я не знаю. У нас на работе, так как я работаю в булочной пекарне, да, магазин «Глобус», меня спрашивали под последним видео, где я работаю. Я не знаю, почему люди это спрашивают. А где вы работаете, кем вы работаете, не знаю. Я, например, когда смотрю видео какое-то, чего-то, я никогда не спрашиваю, а где вы работаете, а кем вы работаете. Вот еще не хватает, чтобы спросили, а сколько вы зарабатываете? Вот это было бы вообще классно.
Работаю я отвечала под видео, работаю я в магазине «Глобус». Это продуктовый магазин. Кто в Германии живет, знает. Там есть отдел пекарня. То есть мы там пекем булочное, пекем там хлеб, пекем булочки, пекем сладкую выпечку, пекем не сладкую выпечку. В общем, всякое такое запаковываем и продаем. И вот именно там я и работаю. Работаю я 8 часов в день. Полный рабочий день у меня. Мне нравится. Конечно, бывают такие дни, что ты устаешь и много работы, да, но мне нравится моя работа. Я ее обожаю, люблю. И с удовольствием всегда на работу иду. И каждое утро, и каждый обед. Все равно какая смена, или у тебя первая смена, или вторая смена. Так, сегодня у нас четверг, в магазине у нас стоянка полная, как я вижу. Мне нужно будет, не знаю, мне нужно поставить машину где-то или на первой этаже стоянки, потому что я буду работать допоздна, а у нас стоянку закрывают. На второй этаж, третий этаж у нас закрывают. Мне нужно припарковать машину, поставить машину где-то на первом этаже, чтобы у меня не было проблем выехать. Иначе мне нужно будет искать security, чтобы он мне открыл. Вот, а вот есть у меня стоянка. Так. Мужичок с ногачок. Ты бы отошел бы в сторону. Вот встал так. Я не могу заехать на стоянку. Да, все. Ну вот, все, я приехала. У меня еще немножко есть времени. Пару часов. Так, все. В общем, вообще беру я с собой на работу вот такой вот сок. Это Energy Drink. Но я его вчера не пила, потому что нужно как-то каждый раз пить эту каку, тоже нехорошо. Поэтому нужно пить воды. У нас на работе тоже стоит, значит, такая много этих больших кисто, да, такие ящики с водой и смешанная и сильно минеральная, да, там с газами и не сильная, и простая вода. И мы можем, значит, брать и пить. Вот. Я не знаю, почему. Я отвечала под последним видео, значит, человеку, который мне написал, спросил, где я работаю. Я уже говорила об этом, где я работаю, что я делаю. Вообще, там нужно все делать. Там нужно и печь, там нужно и в духовку закатывать, из духовки выкатывать большие такие вагоны, я не знаю, как на русском это сказать. В общем, нужно все уметь делать. Поэтому, ну, мне нравится, я люблю. Я еще раз повторяю, я обожаю свою работу. Я люблю работать, потому что я такой человек, я не могу сидеть спокойно, мне нужно чем-то заниматься, мне нужен стресс, мне нужен беготня, вот это вот туда-сюда, что-то делать быстро-быстро, вот это вот все. Мне это просто необходимо, поэтому я нашла свою работу. А чтобы, знаете, так ты пришла домой, ты усталая действительно, и ты ложишься спать, и ты моментально просто вырубаешься. Но в последнее время почему-то у меня с этим проблема, с воскресенья уже этой недели. У меня проблемы, сегодня четверг. У меня проблемы, я не могу засыпать. Мне вот полпятого утра вставать, в 6 часов мы работаем, но мне нужно то, что полпятого встать, то, что себя привести в порядок, себя, значит, сидеть спокойно, кофе выпить, не так, что ты быстро-быстро закидываешь и все, потом ты чувствуешь голод, когда мы быстро в себя тоже вот это все так закидываем, да, мы нету этого, что мы наелись, чувство голода потом опять-таки есть, поэтому я вот так вот, чтобы
спокойненько сидеть, отдыхать. Но у меня в последнее время я ложусь спать, например, в 11 часов, и я не могу, я уже себя заставляю просто-напросто: Оля, тебе нужно спать, закрывай глаза. Но я не могу спать, я закрываю глаза, но я не могу спать. Я вот так вот лежу, маюсь, переворачиваюсь с одного бока на другой, и до 2 часов, потом полпятого просыпаться, и я не высыпаюсь. Как вроде бы должна не высыпаться, но я чувствую себя, как сказать, фит, да. Нету такого упадок сил или еще что-то, так вот, нету такого, хотя я никакие не принимаю витамины. Что я принимаю, это одно — магнезиум. Я себе, конечно, набрала всякие, и железо, и омега-3, и всякую-всякую фигню, но я не принимаю эти таблетки, эти витамины каждый раз. Иногда я принимаю, но не каждый раз, потому что как-то, не знаю, я себя чувствую нормально, я себя чувствую хорошо, почему я должна закидывать в себя какие-то вот эти вот все таблетки? Почему покупаю? Потому что я вот так смотрю влоги, и девочки, значит, вот мы пьем вот эти витамины, мы пьем вот эти витамины, и ты думаешь, блин, а почему я так? Нет, самого тоже надо, это же организму надо. А потом, когда я начинаю сама принимать вот эти витамины, я думаю, а зачем они мне нужны, я себя чувствую просто прекрасно. Ладно, я могу так болтать с вами часами, но мне нужно уже бежать, уже 41 минута, мне еще переодеться нужно. У нас там форма, мы в своей одежде там не находимся, мы переодеваемся, штаны и ботинки, и футболка, и кепки тоже нужны, потому что волосы должны быть полностью спрятаны. Не дай бог, как где-то попадет в тесто или в булочку, или куда-то мы запакуем волосы, это будет не красиво и не хорошо. Все, побежала, встретимся с вами уже, может быть, завтра. Сегодня уже я вряд ли выйду с вами на связь. Так, ну что, вот так я выгляжу. Кепки. Белая футболка, белые штаны и белые ботинки. Вот так вот я выгляжу. И у нас еще фартук. Еще одеть вот сюда вот так фартушек. И все. И я готова. Так, ну что, все, ребятки. А я пошла работать. Ребятки, всем привет. Я сейчас выбираю арбуз. Так, у нас половинки тут есть. Сейчас посмотрим. Я хочу арбуз. Вот такая половинка есть арбуза. Половинка. Еще одна половинка. Ну, то, что я помню. Не вижу, чтобы была дыня. Здесь какие-то все смешные, нам просто дыни нету. Ребятки, не обращайте внимания, я немножко потрёпанная такая, да, я после работы, у нас сейчас уже четверг, следующий день, я после работы сейчас решила немного, как сказать, подкупиться, я хочу арбуз и дыньку. Я вчера покупала тоже арбуз, две такие тоже половинки, одну я съела, одну у меня муж с лапензом, вот, сегодня возьму. Еще арбузик и дыню. Блин, у нас такая очередь тут, я смотрю. Под вечер, 10 час, люди закупаются. Так же я. Так, ну что, я купила бубозена и дыньку, арбузик и дыньку. Сейчас приеду домой, порежу, сделаю такой салатик. Еще яблоки купила.
И будет у меня такой вот ужин. У нас сейчас... Да, завести бы в машину и увидеть, сколько вообще время. 21.09. Вчера я больше камеру в руки не брала, ничего не снимала, так как я работала, и после работы пришла, была устала и не хотела ничего такого. Что-то еще. Я только попила чай, сходила в душ и просто завалилась спать. А, что еще было смешное? То, что я когда приехала, я приехала с работы вчера, и у меня мужа дома не было. Думаю, ну, он, наверное, на рыбалку поехал. Он у меня рыбак, рыбачит, значит, сделал себе рыболовные права и рыбачит. В общем, ну, думаю, он тут у меня пару вечеров ездил, думаю, ну, значит, он на рыбалке. Я смотрю, у нас воды нету дома. Мы покупаем, чтобы воду пить, мы покупаем в бутылках. Ну, думаю, ладно, я поеду, надо было там еще пару, так, чего-то докупить. Думаю, ладно, я поеду, я куплю. Там то все надо, воды, да хлеб, там яйца, да такую всякую билиберду, такое вот. Ребенку пиццу он мне просил, чтобы я ему купила. Ну и, значит, поехала в магазин, так как я думала, у меня муж на рыбалке. Я поехала в магазин, приезжаю с магазина, у меня муж дома. И как вы думаете, куда, где он был? Мы с ним, он тоже ездил в магазин, и в тот же самый магазин, куда я заезжала. Он оттуда с одной стороны выехал, а я с другой стороны заехала в это время. И мы, в общем, друг друга вообще не видели. И купили, в общем, у нас получилось, вдвойне купили воду, вдвойне купили хлеб, вдвойне купили яйца, вдвойне, короче, купили сало, такое копченое сало я купила, ну, думаю, погрызть. И он тоже такое же купил. Я говорю, ну, все, блин, мы будем теперь только воду пить и это сало кушать, блин, дорогие. Вот так бывает. А я еще думала, надо будет позвонить ему. Потом думаю, да не, он на рыбалке. Ну, в общем, так получилось, что он не на рыбалке был, а был также в магазине, в том же самом магазине, где я была. Вот так вот. Бывает и такое. Вчера тоже я брала арбуз. Я тоже такие половинки брала. Я тоже такие половинки две брала. Одну я сразу зарубензила. Я съела чай, попила вечером, когда приехала вчера с работы. И одну вот просто так залупензила. Блин, так жарко было. Я вообще в последнее время так вот этот арбуз я вот покупаю и просто-напросто его сижу лопаю. А у меня ничего не надо. Никакой там тортик, никакой десерт, да, такое, что мне только вот арбуз нарезать все. Вот сейчас я приеду, нарежу арбузина, яблоки, дынька и все, и чай. Ну, это, конечно, совсем, да, совсем чай с такими этими, совсем как-то подходит, но все равно я пить хочу. Пить, это значит для меня чай. Я утром только утром выпила я чай. Все, так сказать. Я только утром выпила чай. И все. На работе я чай не пила. Что на работе я? Я делала паузу 30 минут, но я вообще ни бананы не кушала. Вообще ничего. Такие тучки. Наверное, будет ночью. Скорее всего, будет у нас опять сверкать, громыхать. Было классно. Видите, такого вот у нас небо. Где-то там вдали. Так уж будет, идет с той стороны, так уж будет у нас. Вот идет с той стороны. Так уж будет у нас, блиндерский. Скорее всего, сверкать и мигать ночью. Буду я бояться сегодня. Я одна, так что буду бояться.
будет сверкать. Я вообще обожаю такую погоду, когда вот темно, гром гремит, гроза сверкает. Это... Sono sia fatica in certezza via.